с крысиного аккаунта. Да все там, 24 на 7. А вот в этот раз нам два БХ не дали. Синрипер Манга дали, Клокверка дали, Тайтхантер дали. Белку, может, тоже возьмем. Хотя тут гоблины, гоблины, ну и он нахрен. Зуиселдер, Титан, Тайтхантер. Батутик, может, какой-нибудь с дизраптором. Ой, как красиво. И спектрой. На батуте прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Ну, правда, сейчас с КД на легах. Тактика, галактика. Ну, ладно, Марс возьмем. Может, белку реально. Ну, нахрен ты Марс, да, белку возьмем. Сейчас хантов будет пруд-пруди. Тайда увидели, все, пол лобби хантов, да? О, щит. Вкуснотенюшку-то какой, дубликатики наши родные суют. Все наше, все родное. Минус хвосты, почему? Ну почему же сразу минус хвосты? Чё там в линяге нынче интересного, Габалыч? А, там камеру включить, да, я понял, почему минус хвосты. Я понял, где енот обманул всех. Это такое дело, да. Левелапать, что ли, будем? А гоблинов-то не отдам дубликатам, выкупим все. И будем смотреть. Всем йоу. Блин, сегодня такую вкусную штуку ел. Я, по-моему, всем показывал, но если чё... Надо, чуть попозже. Да, это говно выкупим. Чё я ел? Вот чё я ел. Так, итого, левелап в Тинкера, ставим гоблинов. Коня, наверное, тоже выкупим. А чё мы хотим по итогу? Тут магического шмота много, да и физического урона тоже хватает. Сапог. Этот не успел, да? Давай так, баха, держи пока. Дальше посмотрим. Коня надо брать пока. С хантом не задалось, хотя в целом ханта давали. Будем честны. В бильярд играешь? Ну, сыграл бы. Пару раз играл. Бля, так-то, наверное, воинов с конем было поставить сильнее. Но тут зависит от ролла. Бахат, конечно, говно. Вот это ролл. Тролли с луной. Баб... А что там, бабки можно заработать в этой игре? В линейке? Или игровые бабки, или реальные. Ну тут пила жесткая. Так-то, да? Да, вот это купим, раз уж пошла такая пьянка. Реальные? Круто. Кулите? Здорово, хуя. Мальчик, здорово, Миша. Привет, покажи свою игровую статистику в авточес. А это что? Не очень понимаю, что ты хочешь. Head for the quarry. Шагер, держи пока.
А где она? Нововведение. Ни хрена себе тут сларки. Охренеть. Тебя, конечно, будет долго стараться. Это еще и гоблины здесь. Да боже ты мой. Так, где кубок нарисован? Давай. Так. Надо что-то брать. Вообще миранку можно было бы взять. Вот так вот, да? Ну раз пошла такая пьянка, надо выпускать кракена. И думать, что мы будем делать? Так. Статистика. Ну тут такая себе статистика. Игр-то мало. Пустить Лемирану. В десятку просто можно выйти, да? Лемирана, кстати, могла бы постоять. Ладно. Ну давай так сделаем, я вообще фурочку бы взял, а там как пойдет. Упарываться сильно не буду. У меня сильный конь, отключаю демонов, если вдруг они там есть. Ну конь очень сильный, прям супер сильный, супер конь. Обзор патча, да, попозже, попозже, Миша, обзор патчика будет. 10 матчей, 4 победы. Победа это топ-1? Раз, два, три, четыре. Ну да, топ-1, топ-2 тут. Тридц голды уж сидит, жучара. ЦК это конь-огонь, я тоже так считаю. When you play with Lena, you tend to get burned. Блин, мне почему-то кажется, что так говорят посильнее даже. Плюс я не очень хочу ТБ. Изрек прилетел. Про Хлойда? Что могу сказать? Прохлоид это мощно. Да я, кстати, последние на этом аккаунте несколько игр. А Зевс прилетает, чувак с яйцом, второй чувак с краденными картами. И ворует Т2 Зевсы. Мы играем с там 13-го раунда с двумя Т2 Зевсами в лобби. Карты есть? Нет. Карты не завезли. А если какая-то опция на итом остаться? Даже в грубой теории. Никакой вообще. Даже в грубой теории это будет тупо. Какое же говно обилки.
Time to save the world. Again. What is this? A game of some sort? Да, в общем, похеру. Ада. Ада, вообще-то, это женское имя. Ёбушки-воробушки тут сларк. Третьих ум нам надо, а где же его взять? 8. Ну, чуть-чуть надо потерпеть, так-то все ок. А, Т2 Doom. Вот этот вот чувак, который наролил дизраптора, собрал в 6-м левеле Т2 Doom. Прикольно. Панга в Dark Roll убрали, без того сильного. Но Панга, я согласен, давно пора Панга убирать, потому что он уже 3 патча просто задолбал. Его там нерфили, потом возвращали, потом это. Все, шел нахуй, Панга. Здорово, что нового? У меня все хорошо. Вот рыбку вкусную ел. Хочешь, в телегу фотографию пришлю? А, я прислал уже. Ну, этого не стоит пока хуманета. В телегу вот там вот рыбоньку вкусную, это я сегодня ел. Позвали. Ну, я вчера всем рассказывал, что меня позвали ништяк схомячить. И я схомячил. Кстати. Хорошо, это или плохо, но я сделал вот так, потому что я выйду с этим века. Тут отдам линию. Тут отдам. Никому не отдам. В телеге вчера кипиш был? Да нормально все, там просто... Пока я сидел, стримил, короче, енотики разбаловались. И, в общем, нужно было главному енотику прийти и профилактическую беседу провести. И сразу все хорошо. Никаких проблем. Дело-то не хитрое. Все, хумов надо ставить прям сейчас. Такого-то к такого, да? Бам. Здесь все хватает, да. Раз, два, три. Раз, два, три. Блять, он еще и... Ой, тут таких юнитов высирают, просто кошмар. Дизраптор с инстакастом, наверное. Охренеть. Тут один дракон не справится. Че я могу продать? Антимага, наверное, пора продавать. Он просто высирает юнитов, я не знаю как что. Мирмен, здорово. Здорово. А мы же не будем это ставить. Я сейчас мага... А, мага я уже закрыл. Могу Найта закрыть. Акс мне не нужен. Разор пригодится. Что-то магическое соберем. Тут такое все магическое.
Нинджакира ничего. А что тут вкусно смотрится? Лейд с богами. Не, ну это, конечно, Дизраптор и Т2 Дум на халяву. Это звездец идет. Очень жестко. 2 копыта до Вокером поиграть 4 присту. Ну, бывает. Значит, прист был опытнее. У него жопа-то больше. Не вижу даже, наверное, в этом смысла. Догон сюда отдам. Вот сейчас слово лапнуть. Я же ничего не получу. Что у меня за единичка рядом с ником? Ты сделал ставочку на прогноз, типа, что первая циферка. И все. Это неприятно. Вот здесь 4 на этап зарешали бы, да? Знаешь, чтобы я победил тогда? Вот это я обещать не могу. Потому что что-то жестко тут. На самом деле. 3 голды. Не готов я ставить это. Abyssal Blade и Башер, Эмба на Сларке, ну да, естественно. Уже столы, конечно, жесткий пипец. 7-й левел на Синриперах с яйцами. С манго син. Блять, серьезно? Фер-фер-фер за единичку, хуй мальчик. Я только за. Ну, так как-то. Блинк некому дать, этот некому дать. Что делать-то будем? Предметы магические, а магов? Ну ладно, может быть, потом получится. Я вообще рассчитывал, что с яйцом это 2 дракона, у меня халява. Но нет. Не такая-то халява, как хотелось бы. Там в Дизрапторе имба шмотки. А, там что-то догон плюс зарядка. Enchanted, I'm sure. Мне что-то не нравится. Ну-ка так вот сделаем. Если фул хумасик нарулить, но с мультикастом можно. Здесь не блинк никому, не даже зарядку, но разору, если только, чтобы не впустую стояло. Не то же сомнительно. Смирана плохо стоит.
А тут было лучше, когда мы Мирана убивали. All-in с Синрипером. Зачем? Стрик хотел сбить, не сбил. Еее, авточес, удачной игры, спасибо, спасибо. А я, короче, ничего в этой игре, да, собирать не планирую, походу. Ну ладно. По хп не так, чтобы хорошо. Next можно со мной. Блин, я прям целенаправленно лобби собирать не буду. Заскакивать, конечно, так-то... Постарим снайпить меня с удовольствием. Но прям сидеть набирать лобби не хочу. Это очень тормозит... То есть мы и так мало игр отыгрываем. Это тормозит процесс прям жестко. Его про вопрос с обилками на ДК с драконами работает так. ДК с драконами... Не понял вопроса. И чё, здесь ролл нажимать? Я не готов яйцо жать. Мне гораздо больше обилок интересных есть. Почти все. Жестко, конечно. Легионка точно апать не хочу. Это очень дорого. Были ли какие-то лютые змеи? Я бы не сказал, что прям лютые были. Змеи, да, есть. Восьмой уровень. Яйцо. В яйце сидит дизраптор. О, это такой прухо. Еще на пандах стоит дальше. Такая халява. Ты тут сидишь с одинофами, да, веселишься. Еще бы эти одинофы закрыть, либо хуманы закрыть. Котла только не хватает, да? По-хорошему, то одного. Сколько я так промариноваться смогу? Зависит от того, чем он зайдет. Если прям котел зайдет, то будет хорошо. Наги, серьезно? Дай котла, пожалуйста, игра. Одного котлика. Не могу пока.
Мне же нужен инстакаст от Кунки. Он, кстати, корабль даже не дал. Не смог. С кусиками, ну никак не убить. Просто никак. Очень жаль. Все, один оф у меня. 24 раунд. Ой. Давай клип. А давай. Спасибо за поддержку, хуй мальчик. Так, а что там клип? Сейчас это закрыть. Тут без пол-литра не разберешься. Т2 дизраптор, ну да. Оппонент, которого мы заслужили. Зевсом. Бля, тут вообще просто игра жизни у чела. 27. Прикольно. Так, сейчас я. Клипчик бахнули, все. А, знаю клип, да, крутой. Вечер в берлогу хороших продуктивных каток. Здорово, Биг Шоу. ХЗ, тут вообще тяжело. Ну да, конечно. Чтоб вот прям... обосраться. Дай хоть что-нибудь закрыть. Я не знаю, если у меня шанс отзадефать на драконе тупо. Если магов поставил. Если не деф, это минус столько голды, что пипец. Это не деф, походу. Обидно. Здорово, лис. Короче, я, наверное, должен делать вот так вот, и вот так вот, и вот так вот, не знаю. Как? Ну тут я, короче, денег недополучил, да, на старте. Сколько у меня сейчас денег? 196 против фуллэка у всех. Он жив, это хорошо. При этом что на бишопах? А, да просто мне этот аккаунт хочу подкачать как можно выше, как получится. Да и какая разница, конец сезона, типа. Че этот ранг? Тут пацаны играют жестче, чем где-либо. Вот как тебе стол? Как тебе стол? Как тебе стол? 27 раунд. Без мультикастов. Закрыть фигурку какую-нибудь. А я стою с Т1. А я с Т1 фигурками, в принципе, всю игру стою. Чего, блядь? С Т2 Зевс. Просто высрался. А, тут
Инициатор. Не, подожди, яйцо в дизрапторе было. Здесь просто сам выспался 102. Здесь Хантер выспался со спектрой. Ну типа Зевс заходит, меня убивает. Просто салат. Здесь такая имба. Дизраптор, яйцо. Дизраптор с пандой, яйцо с десятого, жестко. Я бы, кстати, дизраптор не так играл. Хотя тут с пандами что игра позволяет. Вообще игра все позволяет тут делать. Сильнейший. А у меня... Чё, могу винта 2 собрать? Все, что могу сделать. В целом. Ну, не Зевса, слава богу. А, Зевс, кстати. Даже воин нашел Зевса. Нормально тут по легам лобби проехал. Левелап этого не хватает, то есть просто я могу левелапнуть в одного котла. Надо сейчас этот раунд как-то переживать волшебным образом. Просто надо переживать. Просто надо задефать крипов, получить мультикаст и, не знаю, делать чудо. Желательно в 11-м. Мальчик, да давай. Спасибо за поддержку. Блин, этого Зевса, он не попал по тебе просто. Серьезно, этот чувак? Девятый левел, 50 эко, 4 шамана, а у него есть. Короче, понятно. И как будем с этим драться? Есть планы? У меня нет. Честно, нету. Но это не спасает. Это не спасает. Но мы попробуем вот так сыграть. My beard grows longer. Оживи котлик как-нибудь. Да
Денег дай. Если вы думаете, что у меня есть план, нет, плана нет. Типа Зевс бы помог, да? Хуманы мне уж точно не нужны. Здорово всем, захожу. Пока. Покажу вам новый патч. Давай, давай, показывай. И не только показал. Такое себя. Дай духу, сделай что-нибудь, прошу. Не, с хуя мальчик, спасибо. Спектра тут что-то тупит. Вот это самая беда. Блять, тут просто полный лютый звездец. Здесь попал этот раз по дракону. Может за раз выйдем, да? 12, ладно, живем. Миллион сынов. А мы хайп-хайп слушали уже, да? Не сегодня, я не знаю, о чем речь. Чем мне дадут Таурена? Дадут Ханта пробить. Скорее всего, мне нужен Таурена на Next. Оверлины. Убираем Лину, Спектру, Тайдхантера. Блин, без тайда может быть жопа. Хорошие игры, дружище. Патч уже забрали, еще нет пока что.
Какой там толк? Ханта не убиваю. Вообще никак. Время чуть выиграл, конечно. О, с экономикой 260.